Итак, всем привет, с вами Готик, с вами Сократ. В общем, смотрите, такой момент. Решение проблемы с вылетами и лагами GTA после обновления лаунчера. Я думаю, многие, кто из вас с этим сталкивался, это просто больная тема лично для меня. Постоянно выкидывает на рабочий стол с какой-то ошибкой непонятной. В общем, есть решение этой проблемы. Исходя из того, что, ну, мой компьютер, соответственно, железо просто бомбическое, может Пентагон сломать и так далее. А у меня дико были сомнения, что игра 2013 года как-то, ну, не поддерживается компьютером, поэтому выкидывают. И эта проблема началась только именно после выхода этого лаунчера. Значит, в чем была конкретная проблема? А проблема была в том, что игра и лаунчер были установлены на диске D. То есть у меня, как у всех, ну, не знаю, как у вас, но лично у меня, диск C это SSD-шник. То есть на нем стоит винда, и игры, которые прям топовые, требуют прям мощное железо. То есть SSD-шник стоит на 1 терабайт, и мне как было жалко места там для всяких других игр. И, соответственно, есть там 3-терабайтный винчестер, обычный диск D. Ну, я не знаю, как у вас, но вот у меня такая ситуация. Значит, исходя из того, что лаунчер, Steam и GTA были установлены на диске D, то есть местоположение игры, по сути дела, не важно, но лаунчер должен быть обязательно строго установлен на диске C. Если устанавливать на другой диск, некоторые компоненты, необходимые для работы лаунчера, просто не будут установлены. Так как у меня Steam-версия, описываю действия для нее, что нужно сделать, чтобы избавиться от этой проблемы. Значит, удалить лаунчер и остатки Social Club через установка и удаление программ. Далее, после этого сделать проверку целостности файлов, то есть Steam докачает то, чего не хватает. Затем, после проверки и запуска игры, проверка покажет, что 100 на 100% все установлено, но это неправда, можете не верить, появится окно установки лаунчера. Важно запустить установку лаунчера именно через Steam, даже если файлы установщика сохранились в другой папке с игрой, например. Делать все по умолчанию, но обязательно ставить на диск C. Где находится игра, уже, по сути дела, не важно, переустанавливать ее не нужно. Порядок действий для тех, у кого игра куплена через Social Club или каких-то других моментов, я, к сожалению, не знаю, но можете написать в техподдержку. И, собственно, эта проблема уйдет. У вас больше не будут критовать и выкидывать. Есть еще вторая проблема с ошибкой 12. Что она дает? Что это вообще за ошибка 12? А ошибка 12 это означает некорректный ник в Steam. То есть, если вы в Steam используете точки или цифры, то, скорее всего, вас будут выкидывать прямо при загрузке в начале, где-то менты играют и звезды идут. Все. После этого вас будут выкидывать на рабочий стол, и игра будет крашевать и писать там Social Club не загружен или какая-то там еще такая подобная проблема. Суть не в этом, суть в том, что это ошибка 12. Решение ее просто поменяйте ник в Steam. Вот две проблемы, вот два решения есть. Подписываемся на канал, ставим лайки. Спасибо, Сократ, за то, что нам помог. Подписываемся на нашу группу ВКонтакте. Каждый час новости. Спасибо, пока.